Что там, макрос на Freedom есть? Все есть. Все, что хочешь. Только вы далеко не отлетайте, чтобы я мог его дать. Оп, после убийства будем кидать? Да, да. У тебя есть макрос на него снятие? Есть. Бля, отлично. Ну как, у меня такое чисто снять и все, без проверки его на себе. А, не, ну это да. Кстати, вон Испарин зашел. Насчет ТЦ-шки. Охуеть вовремя. Насчет ТЦ-шки. Лангрис. Сейчас, ну вы напишите ему сначала. Я свалю? Ну, да, вас четверка даунбрейкер, по-моему, хороший вариант, да? Ну, слушай, я не шарю за даунбрейкер, блядь, не умею на нем играть. Может быть. Все, заебись. Лангрис, спасибо большое. Все, чао, бомбина, блядь. Давай. Во вторник давай еще мальчиком пойдем. Че у нас там, ребят? Начинаем, нет? Нет, Исполину сумму надо, кару, шкафчик. Че его группе за что-то подлагивать? Всем привет. Здорово. Привет. Короче, я еще раз убеждаю, что Исполину нужно 4-4 собирать на ДЦ. А у него 2-4? У него нету Т4. На самом деле у него шмот как у Лангриса. Блять, сука. Ну типа 34. У него в ДЦ. Согласен, меняем обратно. Не-не-не, все нормально. Я не обиделся, ни капельки. Я как раз сериальчик собираюсь посмотреть уже. Блин, согласен, я бы тоже лучше почилил бы. С этими рейдами вечными. О, Фейб зашел. Да, Фейб тут. Исполина рыбка стоит, кушай. А можно мне это человеческий кулак? Че это такое, 10 минут? В смысле? Я нормально давал? Ничего не знаю. Так, ладно, лапку я нажал. Пристабав. Блин, пристабафа нету. А, нет, есть, у нас же прист есть, отлично. Ой, блядь, у меня бустерочек за меня играет. Извин. Ой, точно, настой и масло, тут же все надо прожимать. Этот бич готов? Вообще будет. Нонт. Такое, да. Вообще игры будет. Ты поехал? А, да, наверное, Войт пусть отдает. Ты бича ждем. Так, покажи себе, как перезайду. Хилбот включу сейчас. Отличный паладин. Я перезахожу. Я перезапускаю хилбот. Как оказывается, мой питомец называется. Все, он здесь. Все, а тут отлично, запускаю. Добро пожаловать, герои! Вы
услышали призыв сирены. А, где КП? Хаспотов нету. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Ну и печеньку. Ты более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время. В принципе, где стоишь, там можно и, ну, и босса держать уже. Ты здесь. 10 секунд. Травку по тебе оставлю. Рейндж держим, 2, из огня сразу 1. Выходим. Поставь портал. Поставь, пожалуйста, на трапу. Все, спасибо. Дед Бич, скажешь, когда он тебя кинуть, дерьмо это? Это типа сейчас кидать? Да. И босса добиваем. 200к босс. Блядь, еще один появился. Сноубольдер все сразу. Моб, давай. Отлично. Сейчас дотки кидаешь, лужу, и дальше, ну, мор, и уходишь с ним. Геру. Смотри, кого пленула. Шаманизм. Размораживать? Не-не-не, тот, вот я бегу. В центре, возле печеньки. Да я буду стоять. С дебича забери. Меня приедет. Прохил шаманизма. Все хорошо, пережили это. Стаунтед по этой. Стоять, ходячую на пулю. Нужно больше ДПСа. Мелики аккуратно. Огонь. РДД разбежались. Плюет. Стока добиваем. Все хорошо. Рейндж. Закопается сейчас. 8 секунд. С полей с манной проблемы. Сейчас стой на месте, просто ее отверни от нас. От когда шилась истерия? А в рёва, наверное, лучше дай. Кому? Когда рёв выйдет, отдашь. Стойте, от лица отошли, да уже. Там уже. Пиздец, ребят. Я ждал, когда заблюет, потом думал, ладно. Надо поднять сейчас.
Угу. Берем флешного, забираем его. Плохо с ДПСом, больше по боссу. По реву раздотали. Где это слово? Сейчас надо добить прям сразу. 200к. До стана. Все отлично. Freedom. В кучку встали, тотема убрали. Аспект есть. Нет, не включился у меня почему-то фрезы. А черепка. Сейчас включу аспект. Тотема, тотема. Истерию давать? Плюс Анеш. Значит, вас не откинуло от него далеко. Я сейчас Фридом капал. Смотри, от Дуата отбежали. Дуат истерию. Угу. Жали. Я хотел. Классно эти. Запястье с меткостью. Забирайте. Так, у нас кто-то умер, Фейп, только ты. Верно. Держи. Запустил быстренько по роге, ребав дайте. Кого-то есть фрезы? Нет. У меня были фрезы. Секунды, как будто задержки на каждую кнопку было. Когда только рёв слышал. У меня до сих пор сейчас вроде. У меня вообще опять сейчас. Сейчас вроде нету. Ну пинг, посмотрите. Не, ну пинг-то 20, но это пинг. Это ему верить. Пакетлосы были. Я 11, но должен быть 2-5. Ну это не особо. Ну пакетлосы были, может, какие-то. Я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится... А что там говорят, у них железо хуёвое, да? Ну мы же протестили это уже. Ну да. Сделали файт 70-70, весь сервер лагал. Акция протеста. Ага, получилось! Трепещи перед всевластным Вилфредом. Когда скажите, когда пить? 10 секунд. Пять. Два.
мы этот. Ворота свечной все. Забери на себя, госпожу. Госпожу сыграли. Истерию. А шаманизм, с тебя здесь стаки снимать как можно быстрее. Там просто такой тайминг, что шотнуть может. Алмерия побежала. Секунда, голема. Вулкан свичнулись. Сагра нужна. Ой, ужас. Черепочек сыграли. Еще одного, пока который не кастует в мили-зоне. Последнего добили. Отлично. Кера уже не нужна нам, так бьем. Ворота. Сыграли. Секунд, Вулкан. 2 секунды. Вулкан. Сокру пока ДЭ дашь. Мелики свои собственные сейвы. Вот косты на тебе были. А все, босса добиваем. Где мое колечко? Да. А сферки каждый сам себе нидит, продается. Дон, согласись уже, какой КД, да, кольцо не падает? Вообще нету колец. А сапоги нужны кому-то вот эти вот? Я думал, хоть на стриме посмотрю на него, его нету бы. Лагает, она же сильно лагала прямо. Секунду полторы на раздержку было. А я, наверное, тоже ревок сделаю. Вбрубли на ассистент по истерии, да? Че, ревок, думаешь, не поможет? Не поможет. Чем он поможет сервер? Это сервер, да. Ну ладно, давайте запускать тогда. Под щит альянса все встали. Че там насчет истерии? Ребята, я ассистент по истерии, да? Мобайл, ну я же вижу, когда у него жажда спадает, я поэтому говорю. Два тут. Что-то шмотка там еще осталась. Вот. Ребаф стирать, пожалуйста. Давайте мне обмен все. За бутылочками. Че за бутылочки? Армор.
Под щиты, давайте, давайте. Ну, блядь, забейтесь туда. Ну, в дырку в ту. Где? Фейп, ты тут? Да, да, да. У меня есть. А, мне кажется, у меня ДП упал. Нет, тебе пить не надо. Дедбич отошел положить. Да, Влад, ДПС меньше у него вроде стал. Да черт его знает. Ну вот сейчас ты упал, но все равно мало как-то. Думаю, тоже что-то очень мало. Это комбо-то называется, спекнулся. А чё, блядь, ни одного милика? Получается, что так. Пау хил, сова, блядь, нас будет лицо нам ломать с магом и с луком. Еще и хант. Такой вопрос, мне в ДД? А, нет, в танке, в танке. Твоя задача будет... со стороны ворот с тобой идти по стеночке это и попробовать согреть себе приста с совой. Главное совой по себе подержать. А мы с этим... Кому я еще бутылку на армор не дал? Дайте обмен. А умереть я, по-моему, да. Так, Дедбич. Дедбич, держи. Сколько у тебя брони дал? Алмерия, поменяй себе 28400. Угу. Ну, это ДКшка, у него много брони. Какую-то шмотку можешь снять? Пояс там, что-то такое. Могу. Сколько у тебя будет? Там у тебя, по-моему, мороз доспех больше брони дает. 23, 800. Но я могу убрать, у меня будет 18600, если власть крови включу. И бутылку выпью. Плюс 3500 будет 21 где-то. Ну нормально. Тогда в крови с бутылкой? В крови с бутылкой. А Shadow Resist ребафните, шаманизм. Где ну, блин, понял, что дело. Че там? Вам сделаешь мне чай, спасибо. Там, че вы делали? Нет, че? А, тримор. От тебя нужен будет тримор. Да, конечно. А, играем черепочек. Если сова придет к нам, сову, лока и мага. А по локу контроля Умерия, по магу контроля Кару. Роксрайт, у тебя сап есть? Ну, да, этот репитанс. Конечно, есть. А репитанса дашь в каком-нибудь хила, который к нам подойдет. Если нет, то по сове. Сейчас я быстро ребутнусь. 20 секунд. У меня скилл завис. Так, я тоже ревокаюсь. Короче, как отдашь незыбку и кровь, скажи. А я увижу, я скажу. Димасик, обнови, пожалуйста, пристабав. Спасибо. И лапу, если можно, по тем, кто падает. Кстати, у нас кто-нибудь что-нибудь пишет? Видосик. Нет. Хорошо. Ай, тогда смотрим, тогда можешь стеночку поставить. Типа я могу, ну, блядь, полагать будет, пиздец. Не-не-не, это хорошо. Дуат, знаешь, как это в стеночку? Ты ж видел, как в стенку их ставить? Да, знаю, но здесь никто не пойдет в стену. Там же один, ну, да? Попробуй. Мы сейчас забьемся в самую эту дальнюю. Не, ну я попробую ставить. Да. Если зайдет, конечно, он. А не, Рушка точно не пойдет. Там сова может пойти, если ей каст сбить, а потом она пойдет за тобой. Да, Рушка Хант. Ну я попробую, сову притяну, дам сову, uh-huh. Там посмотрим. Так, сейчас я, сори, забываю, что мне здесь в ММ спекаться надо. Пет Ханта. Ой, дашь еще этот мастер, да? На чё? На броню. Ага.
Олег, а ты чё, без ласка-то, алё? Шаманизм. Давайте, все в стеночку ушли, в самый край, вот, вот к фиолетовому. Шаманизм, Исполин, ты тоже, у тебя особенно мало армора. Так, все готовы? Давайте ТПМ ставлю. Сам фласочку пропил. 3, 2, 1. Салам, держите на вас. О, просто умер. А чё у нас с броней? У нас БР нету. Прям пиздец плохо. Контроль попробуем раздать, конечно. Тут из... Нет, тут Исполин уже умер. Нет, попадать надо. Да. 11, 600, 10, 6. Просто 21к. Че, я подойду? За секунду. Да сейчас нормальные эти будут чары. Пиздец какой-то. А сейчас примерно те же самые появятся. Они всегда так почему-то. Дал еще кошки и боб дали. Размазня. Жестко разъебали. А чего они так на тебя побежали-то? Тот, ты что, это в Бладстоке был? Конечно. Вот, а ты фаску выпил. На армор-то. А, нет. В следующем бою вы встретитесь с могучим. У меня 24 тысячи. 25. Больше, так больше, чем у него будет. Угу. Сейчас. Может. Может из-за того, что ХП еще будет. Справедливости. Не, ну ХП-то то ладно. Не щадите никого, герои Орды! Локтар Рогар! Слава Альянсу! Да, давайте этот пич, ты иди туда. А давайте к нам заодно гриб будет. Дуат, ты в ДД, ты пич в танку. А кто-нибудь поставьте КБшку. Хочешь ему щит бисовый, да? Ну да, все, Исполин поставил. Че, кто там, ну-ка? Я их что, зря покупал, что ли? Вар. Ну, сейчас воин заведешь, да и все. Задолбала музыка эта рейдовая. Ты, короче, влетай, я подальше постою, когда на тебе уже останутся челики, я подбью тебя. Давайте, все спрятались так же. Щит переоделся. Ну лапу дашь? Дед Бич, а чё этот не ролил? Там какая-то фигня падала, ступни поводу. А, нет, не ступни, другая фигня. Там еще и запястья падали. А-а-а. Точно. Все готовы, отлично. Так, два-то, наверное, не пить бутылку, да, смысл? 5, а, пить, 4, пить, пить. 3, тебя гриппать сейчас 2, надо будет. 1. Идти. ШПшку. Ну, сейчас кто-нибудь побежит-то к нам. Сейчас все, можешь идти за ШПшкой. О-о-о. Или за шаманом. За ш... Не, за ШП, черепочек. Ой, блин. Или мага.
Не, маг хорошо, маг хорошо идет. Давайте Геру, что в мага сыграли. А, по ШП дайте контроль, шипу можно? Давайте Детр пока отдал. Ребят, контроль нужен, фиры. Паладина Лока, Лока фир нужен. Помогу больше играйте. Вообще пашка всех убил. Да, умели, убили. Его просто одного за одним вырезают. Его рано начали забирать, он еще не отвел их. Че, ложимся опять? Да надо милика 2, блять. Да при чем здесь 2 милика? Контроль надо отдавать. К нам пришли 4 РДД и просто начали нас кастовать. Ни шипы, ни фера не было. А пока ничего не сказал. Есть какое-то там гостноязычие? Геру долго снимали. Я умер, потом еще сколько лежал, потом Исполин снял Геру. Я понимаю, что это в ДЦ сложно хилить. Дедвич, я туда вообще не шел, я ждал, когда дойдут. Когда требует справедливости, мы вызываем альянс на бой. Позволь нам встать на место твоих рыцарей, паладин. Мы покажем этим псам, как оскорблять Орду. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Не щадите никого, герои Орды! Октар Рогар! Слава Альянсу! Ну-ка, кто там? Ну, сейчас вообще, не знаю, если и же это не убить. Два милика, два ДДшника, два хила. А кто второй милик? ДКшка и Вар. А, заебись вообще. РДДшка, Слай и Лок. И два хила. Было бы еще дерево. А, у нас Лок есть. Савия у нас контролит Карл. По Локу у нас контролит Аумерия. Если мы в кого одного из них мы будем играть сразу, скорее всего. Поэтому в кого мы играем Кару, если так, то контролишь Луну. Если играем в Лока, Аумерия, ты контролишь Луну. Давайте в стеночку пошли. Кстати, Гера полтора минуты, да. Ты похуй на Геру, чувак. Да не, давайте чуть подождем лучше. А ты это, подойди мне, крикни на ХП, дебич. Сейчас, короче. Скажешь еще раз. Блять, как так нет еды? Там рыба еще стоит. Блин, а у меня такой вопрос, а если выйти с инста и пересобрать рейд, они все равно будут стоять или заново призывать их? Заново. А, ну то есть можно было сразу нам нормальный сетап, возможно, скажем. Возможно потратиться. Возможно попытка потратиться. А-а-а. Проверить будет.
У вас подлагивает? Хз. Нет, нормально. Все, гера закончилась. Дедбич, подбеги мне, дай нахуй прикрик. Да его не пока что еще. Вы чат не читаете, что ли? Вот, блядь, постоянно такая у вас херня. Подошел. Может, тринки танковские одеть, а? Как думаете? Щиток белый пробовали юзать? Ну, танк юзает. Ну, а вам нужно это хастпота. Ой, пота на броню. Так, сейчас да, я так? Танковскую одену. Так, а что там? Блять, хуй найдешь мои сумки эти три. А ты нафига через сумки ищешь? Ищи через управление экипировкой. Так, вы там с криками разобрались? Дедбич, ты подошел? Да. Крик, крикни на хп. Все. Все готовы? Ну давайте. Косточки. 5, 4, 3, 2, 1. Сова пошла. Сова к нам идет, отлично. Стоим на месте. Гриб. И лонг бежит. По оку карл контроль. Лагает. Лагает, капец, я трижды кнопку каждую нажимаю. Крестик играем. Есть грипп сюда? Угу. Я пока не могу прочитать это заклинание. Вообще пиздец, умерли. Я так подержу. А вроде, не, хуя лагает еще. Пиздец лагает. Сбить. Давайте в приста сейчас. Уже отлагало. Так, защиту от страха не юзаем, да? И тримора нет у нас. А нет, есть. Тут какие-то черви ползут. Ты в боте, что ли? Да. Он сдох уже там червями. Он заполнился. Побежал. Это зовут. Вон он. Нормально. Ща там грипп у кого-нибудь. Давай Вара. Вара? Ну куда ты? Висит.
теперь уже похуй, да? И вот сейчас меня разлагало, кстати. По-моему, сверху упал. Нет? У меня нет. Вроде кто-то стреляет еще. Наверное. Ой, блядь. А, не. Не, нормально, нормально. Ну, не знаю, у меня все висит. Стан, фулл стан. Разъебали, за стан просто разъебали. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целые. Кто еще, кроме короля Лича? Стоит три не покупать, ну? Прикинь. Ну, кстати, можем рулить, нет, сферы? То есть красота для мужчин. Сфера ролям. Нет, на паладина нет смысла. Ты долго будешь тратить. Я думал, блядь, можем или нет? У кого там такой сумасшедший флот, блядь? Да это у меня, друзья, сфера. Извините. А давай убрать свой шаманизм. Ты забрал себе запястье? Ну, ушей, блядь, чё говоришь, два торка взяли? Войт, ты забрал себе запястье? Куда? Да. Куда? На танк. Какого танка? Ты здесь хилишь. Ну, Войт, блядь, давай мы по спеку будем ролить, хотя бы. Хотя бы близко к спеку. Так, а чё, Дуату не надо же? Да, у нас Пичу надо. Он вот он в вара спекается. В танк спекается. Что тебе сильно надо? Вот, вот, блядь, ну, типа ты три спека своему паладину одеваешь, ну имей совесть. Типа уж, ну не первый раз, что другие тут три спека одевал, что здесь три спека одеваешь. Ну давай, похуй. Я-то один хуй эти все спеки одену. Конечно, ну, сейчас очень падают. Да, кстати, да. Ну, не особо. Ну, чаще кольца точно. На Гео. На Руще, да? Шуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Так, ну, в Акарисетку пойдем потом? Так, я запустил Дуат, ты соло танчишь. Dead Beach. Давай ты будешь ловить сферки с внешней стороны, я с внутренней. Ну, тогда мне вообще будет. Тебе черненькую, да. Ну да, вместе с вами. Ебать. Этот, третью поставь. Третью ау. А, да, ну конечно. Что-то я, кстати, не понял момент один. Я, короче, намазал масло и фласку выпил одновременно. Но фласка у меня осталась 20 минут, а масло осталось 40 минут. Не, у меня тоже 20 минут осталось. 20-20. У меня 40 осталось. Так, все, все в точку встали, давайте. Да, ты танчишь белую, я бы тебя... Этот, за огром следим. Я ромбик буду по КД напуливать. Ветер чек. Да, в принципе, го. Пять. 4, 3, 2, 1. Добегал Орейх просто и все. Во имя короля Лича, вы умрете. Ты еще попел его. Нормально? Стоим. А чё?
А, этот вечер не прожался, что ли? Падаем. У нас некому ориентир. Ну да, да. Ну, темная кастовала. Ты со светлой бегал. Все правильно. Тебе прожаться нужно было. А мне забрать этот фиолетовый. Я к ней пошел, у меня три сферки врезалось. Там путь закрыло мне. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля лича. Говори, если воронка будет, тебе капнан. Да я в принципе цвета должен менять, а вар прожиматься. Сейчас стоит, это я нового поставил. Лапку даешь? А, кстати, баф у меня в бафах масла тоже написано 37 минут. А на нагруднике 16. А это баф. Угу. Очередной. Ну хотя бы что-то. Ты хотя бы знаешь, что оно у тебя есть. Яру не надо было, правильно? С Эльвинкой ты ходил. Гер на лэб или нет? Это сигареты. А, Гер, да, только ну там, я скажу, куда. Ну, когда будет этот способность такая, что нам не нужно бегать, тогда и Геру. Ты сел больше на сигару. Все, Кару пришел, Кару бери, это темненькое. Давайте добьем. 5, 4, 3, 2, 1. Лагает снова. Да, меняйте. Хорош лакер. Ром бьем. Сохранить. Переведем? Да, переводите, ничего нету. Дэд пишет, мы поменяли, теперь от черных защищаем рейд.
А Каро вообще вылетел. Ну, Каро и умер там, так что это... На точку встаньте, чтобы вас меньше дамажило. Вот. Войт умер, понятно, давайте падаем. Спалим без маны. А чё, кстати, сейчас чёрная воронка была, что я неправильно понял? Сейчас не был. А чего я сдох тогда? Сейчас щиточек был. Чё мне так задамажило? Кого? А, ну это шарики прилетели. Бич, там вот у нас короткий. Вот рейд стоит на одном месте, пусть будет, здесь мирового цели надо, вот этот рейд. Вот здесь вот стоит танк, он защищает с той стороны. Я бегаю вот здесь вот от луны примерно до треугольничка. С этой стороны защищаю все. Ты бегаешь вот от квадратика до крестика, туда-сюда, вот с той стороны защищаешь. Со спины почти ничего не летит. Все, окей. Что такое с микрофоном? Не знаю. С наушниками. Не, с микрофоном там.